По расписанию обществознание для пятиклассниц – новый предмет. И человек не может стать человеком в нашем цивилизованном представлении без общества. Девочки готовы стать не просто достойными членами общества, а настоящими лидерами. Я думаю, лидер – это тот человек, который ведет всех за собой. Он должен упорно трудиться, хорошо учиться и быть примером для всех. Эти качества Мариам и ее 33 одноклассницам помогли пройти отбор в уникальный 5Л. У нас попали девочки по результатам итоговых контрольных работ, участия в олимпиадах. То есть не только учеба учитывалась, но и общественная позиция, вообще общественная работа. Мы хотели сделать такой класс очень сильный, и чтобы в будущем они смогли реализоваться в обстановке победы. В этом году для учениц экспериментального класса многое будет в новинку. К основному английскому языку добавится немецкий, а через 2 года еще и китайский. А еще девочкам предстоит освоить международный этикет. Я хочу научиться чему-нибудь новому, чему не учили нас раньше в школе, где я учусь в Омске. И здесь такая школа, где очень много ребят, и я хочу с ними подружиться. В ученицах 5Л наставники постараются воспитать не только лидеров, но и настоящих леди. Это леди-лидеры. Мы очень не хотим отходить от общего традиционного восприятия женщины, как женщина-хранительница очага, как женщина-миротворец. Очаг, размер очага, он бывает очень разный. Он может быть размером с кухню 6 квадратных метров, а может быть размером с планеты Земля. Идея создания особого класса в Сочи принадлежит президенту Лиги женщин «Мост добра» Елене Пахомовой. Общественная организация уже подарила гимназисткам так называемую форму дипломата в синие сарафаны с голубыми галстуками. Лига женщин и дальше будет участвовать в судьбе 5Л. Например, познакомит девочек с известными и успешными людьми, которые научат совмещать качества лидера, посланца мира и настоящей леди. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.